Ряды столичной милиции пополнили новобранцы. Обычно присягу принимают на мемориале славы в присутствии друзей и родственников. В этот раз она прошла у здания МВД в узком милицейском кругу. Сложно представить, что хотя бы на сутки отключится телефон 102. Хотя бы на сутки кто-то из вас не выйдет на службу. Или хотя бы на сутки граждане не смогут обратиться к вам за помощью. Вы несете тяжелый груз. Служба в милиции – это не легкая работа. И мы с вами должны гордиться тем, что именно здесь мы служим. Именно эту работу мы с вами делаем. На церемонии отметили: присяга – основа кодекса чести милиционера. Присягу приняли 19 новобранцев, среди них и женщины. Клянусь до конца своей жизни оставаться преданным своему народу. Некоторые новобранцы уже успели проявить себя, участвовали в параде 2 сентября. Без нареканий прошли стажировку и курсы начальной подготовки. После присяги к профессиональному празднику министр вручил нагрудные знаки, медали и грамоты. Поначалу было тяжело, но я потом быстро вникся в работу и понял, что нужно и как сделать, чтобы все получалось. Все это было впервые для меня, но все очень быстро освоилось, и теперь это как стало как родное. Надо стремиться выше и выше и выше. Может быть, дойду до министра. Этот год один из самых сложных для приднестровской милиции, отмечают в МВД. Помимо охраны закона, сотни сотрудников помогают в борьбе с коронавирусом. Стоят на карантинных постах, разносят продукты и лекарства по домам, ежедневно контролируют, как соблюдается режим самоизоляции.